Сегодня начался четвертый турнир шахматного тура чемпионов с участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедьярова и Теймура Раджабова. Как передает репорт, в соревновании Magnus Carlsen Invitational играют 16 участников. На предварительном этапе они в течение трех дней определят восьмерку лучших, которые продолжат борьбу в плей-офф. Сегодня шахматисты проведут по 5 партий. Первый день предварительного этапа, первый тур. Левон Аронян, Армения. Шахрияр Мамедьяров, Азербайджан, 0-1. Теймур Раджабов, Азербайджан. Аниш Гири, Нидерланды, 0,5-0,5. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.